Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 июня, у меня сибирские регионы. Я показываю те томаты, которые на этот период времени, на 8 июня, завязали уже первая кисть, хорошие такие полноценные плоды. Вот это вот вечный зов. Вот моя рука, вот томаты. Уже они полноценные томаты, они, конечно, будут чуть побольше, но я вот делаю видеообзоры, краткие, какие томаты можно выращивать для получения раннего урожая, которые хорошо завязывают плоды, они хорошо быстро наливаются. И так что, как я сказала в предыдущем, что урожай не за горами, это госпожа удача, сибирский изобильный, вечный зов. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, краткий обзор тех сортов, которые на 8 июня в сибирском регионе уже налили первую кисть, сформировали.